белое платье, букет и защитная маска. Теперь это обязательный свадебный аксессуар. В условиях пандемии будущим молодоженам приходится соблюдать все санитарные правила. Но Ирину и Олега Абрамовых такие требования не испугали. К свадьбе молодожены готовились 2 года. Вообще не напрягает. Но нормально. Она же выходила в зале, не в маске, в зале. Ну, да, в зале разрешили нам, поэтому нормально, абсолютно не напрягает. У нас больше родители переживают по поводу масок. Да, потому что все-таки взрослые. Попасть на торжество все родственники молодоженов не смогли. В зале регистрации вместе с женихом и невестой могут присутствовать только 6 гостей. Бабушка и дедушка Ирины наблюдали за росписью по видеосвязи. Не попала двоюродная сестра, не попала Олега сестра родная, к сожалению. Но как есть, мы не переживаем. Сейчас пойдем отмечать. Сейчас всех увидим и пойдем отмечать. Деваться некуда. 17 ноября по постановлению Департамента юстиции в ЗАГСах Владимирской области будущим супругам предлагают перенести дату регистрации на более поздний срок. Если пара отказывается, на церемонию бракосочетания допускают только ограниченное число гостей. Исходя из площади малого зала, он у нас 46 квадратных метров, вот нам разрешили, чтобы там у нас приходили 6 человек, включая молодоженов и включая фото-видеооператоров. Ну, естественно, что в зале присутствует сотрудник органа ЗАГС, который ведет церемонию, и сопровождающий, который провожает пару в зал и подносит кольца в случаях наличия. С начала года во Владимире зарегистрировали более 1500 браков. Разводов по сравнению с прошлым годом стало меньше на несколько сотен. Но специалисты отмечают, цифры сравнивать не стоит, ведь первую волну коронавируса с конца марта до начала июня ЗАГС не работал. Елена Павлова, Дмитрий Манапов, Губерния 33.